анонс и точно дата выхода 5 и 6 серии нового украинского сериала «Гадалка». 5 и 6 серии сериала будут выходить на телеканале СТБ 31 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как майору Михаилу Супруну удалось найти сестру Екатерины, вот только не живую, а мертвую. Ее тело нашли именно в том месте, где указывала Катя, на заброшенном строительстве. А красные ленты, вероятно, указывали на название улицы Красноткацкая. Возможно, главной героине удастся указать на предполагаемого убийцу. Судмедэкспертиза показала, что Ксюшу убили 3 дня назад, причем не на стройке. Следы волочения, положение тела, особенности раны от огнестрела. Малое количество крови указывают на то, что бездыханное тело девушки привезли в заброшенное здание. Самое удивительное, что в этом убеждена и Катя. Она сделала такой вывод, не видя ни тела, ни места, где нашли ее сестру. Какие еще подробности злополучного дня почувствует Екатерина? Внутреннее ощущение главной героини мелодрамы привело к ее начальнику Ксюши Григорию Сергеевичу. На встрече мужчина вел себя очень странно. Сначала выразил сожаление, а затем начал расспрашивать Катю о разговорах с Ксюшей. Мол, вдруг она говорила, что с кем-то познакомилась, завела ли близкие отношения. Екатерина в детективной мелодраме в тот день Ксения должна была с кем-то встречаться. После этой фразы Григорий Сергеевич заметно занервничал. Неужели умершая была для него не просто подчиненной? Или же он как-то причастен к ее смерти? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, 5 и 6 серии сериала выйдут на телеканале СТБ 31 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.